Приветствую вас, и исходя из того, что вы написали, вот одной пощечиной вам не обойтись. То есть вы, конечно, не написали свой возраст, не сказали, сколько вам лет, но вне зависимости от этого нужно однозначно совершенно принять, что ваше состояние, которое сейчас у вас, оно идет из детства, и вот образ вашей жизни, восприятие себя, оно происходит именно из детства, из отношения к вам, родителей, и, собственно, отношения вас же к себе и к ним. А вы хотели завоевывать любовь родителей, и не понимаете, соответственно, что любовь завоевать нельзя, она либо есть, либо ее нет. И если вас родители не любили, то это ни в коем случае не ваша проблема, не ваша вина. Это ответственность родителей. И в первую очередь вам нужно перестать переносить на себя отношения ваших, значит, переносить на себя отношения ваших родителей, проецировать их на себя. То есть вот вы ориентируетесь на позицию родителей своих в том, что касается вас, в том, что касается мысли о себе, восприятия себя и так далее. Это не является правильным, потому что вы это одно, а ваши родители – это совсем другое, и ваши ценности, ваши достоинства, ваши плюсы, ваши, скажем так, врожденные качества, которые у вас, безусловно, есть, они не зависят от того, как относятся к вам, по сути дела, родители. И, соответственно, первое, о чем я хотел бы вам сказать, это то, что нам необходимо переставать себя ненавидеть. То есть вот ненавистью к себе вы абсолютно, совершенно ничего не добьетесь, кроме того, что будете необоснованно себя совершенно принижать. Вот. И, значит, с ненавистью нужно делать совершенно четкие, совершенно такие ясные действия, как, например, перестать переносить на себя те черты, те эмоции, те переживания и так далее, которые вольно или невольно
принацелена на вас родителей. Второе, необходимо принимать себя такой, какая вы есть, и уметь учиться, постепенно учиться, принимать себя, любить себя, уважать себя, что очень важно, тоже очень важно, чтобы вы принимали себя и уважали себя же, вот. И тогда, когда вы позволите себе, быть собой, когда вы перестанете отторгать себя, когда вы перестанете не принимать себя, у вас появится возможность для того, чтобы двигаться вперед. И только тогда вы сможете захотеть большего, когда начнете принимать себя, когда посчитаете себя достойной, когда научитесь любить себя, уважать себя не за что-то, а просто так. И вот это вот ваше завоевать любовь родителей, это первая и главная установка, которая мешает вам двигаться вперед. Вы считаете, что и любовь, и признание, и уважение, наверное, нужно завоевывать. А это неверно. Завоевывать не нужно, нужно понимать, что любовь и уважение есть просто так. Вот. Значит, вот вы говорите, значит, вы говорите, что вы хотите что-то поменять. Значит, запал есть, но как доходит до дела, ничего или цветок погорю и перегорю. Значит, как вам самой пришла изначально идея вот, собственно, расти куда-то? Значит, получается, что вы чем-то не удовлетворены. Вот с этого нужно начать. Чем вы не удовлетворены? Это очень важно. Что вам не нравится? И вот от этого уже отталкиваться. То есть первое. Отношения с родителями. Детально, подробно, регулярно вам нужно прорабатывать отношения с родителями. Второе. Уважение и любовь к себе, воспитание этого и, соответственно, личностный рост через осознание, принятие и формирование своих ценностей. Далее личные границы, личное пространство, повышение уверенности в себе и, значит, доверие себе, то есть вам нужно доверять себе своим желаниям. И, соответственно, выработка правильного отношения к социуму и к окружающим вас людям. Вот это те направления, в сторону которых вам нужно двигаться для того, чтобы, значит, что-то изменить в своей жизни. Вот так вот просто зарядить себя у вас получится, потому что определенный образ жизни, который у вас сформировался, он просто так не уйдет, он просто так не исчезнет, его нужно менять и менять постепенно в процессе работы с вами. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.